Почему Адель отменила концерты в Лондоне, как в Хорватии? Можно поплавать на такси, и из чего чилийские ученые научились добывать дизельное топливо? Об этом не только, смотрите далее в нашем обзоре. Адель отменила два концерта в Лондоне из-за проблем с голосом. После двух предыдущих выступлений на стадионе Уэмбли певице пришлось обратиться к врачу, который подтвердил у поп-дивы повреждения голосовых связок и порекомендовал прервать турне. Несколько лет назад Адель уже испытывала подобные проблемы со здоровьем и даже легла под нож хирургов. Из-за болезни пошли слухи о возможном прекращении карьеры певицы, но сама Адель их пока не комментирует. Вуди и Ронни возвращаются. Британский парк развлечений Pleasurewood Hills вернули игрушки-талисманы – медвежонка и енота. Их украли в минувшую среду прямо из витрины сувенирного магазина на территории парка. Эти игрушечные зверушки особенно ценны для администрации, так как обитают в Pleasurewood Hills уже около 35 лет и сделаны в единственном экземпляре. В Британии ищут миллионера. Организаторы лотереи EuroMillions ведут поиски владельца невостребованного выигрыша в размере свыше 1 миллиона долларов. Известно, что приобретен билет был в графстве Мертер-Титфилд в Южном Уэльсе. Розыгрыш состоялся еще 3 февраля, но с тех пор за деньгами никто так и не пришел. У владельца счастливого билета остается время до 2 августа, затем его аннулируют. В Хорватии на такси теперь можно не только ездить, но и плавать. В течение лета быстроходные катера, вмещающие до 12 человек, будут курсировать между популярными среди туристов местами – городами Дубровник и Сплит, а также островом Хвар. Стоимость путешествия будет зависеть, как и в автомобиле, от количества людей на борту и маршрута. К примеру, катер для 8 человек из города Сплит на остров Хвар обойдется в 400 долларов. Чилийские ученые научились делать дизельное топливо из микроводорослей. Специалисты отдела химической инженерии и биопроцессов Католического университета заявили, если микроскопические пресноводные водоросли фрагментировать, выделить из них масло и очистить от мусора и влаги, получится превосходное биотопливо. Переход на дизель из водорослей позволит сократить парниковый эффект почти на 80%. Во Флориде на мелководье подрались акулы. Хищники так увлеклись, что подплыли на расстояние около метра от берега. По словам очевидцев, возле побережья плавали 7 акул, но на критическое расстояние приблизились только 2. Большинство отдыхающих вышли из воды. Кто-то пытался отогнать рыб шумом. Примерно через 10 минут рифовые акулы уплыли сами.